Всем привет, дорогие друзья! Доброе утро тем, кто нас смотрит в регионах, которые поближе к столице России находятся. Ну и доброго дня, доброго вечера тем, кто находится на самом, что ни на есть, Дальнем Востоке. Обращаемся, конечно же, к болельщикам, которые смотрят нас из Владивостока, из Приморского края. Это товарищеские предсезонные сборы, которые постепенно у клубов российской второй лиги завершаются. Поехали. Динамо в синей форме начинает матч. В центре поля, в опорной зоне. Что делать сегодня в центре защиты? Играет неплохая атака у Динамо. Забивать здесь можно. И в 9. Классный момент. Давайте посмотрим. Молниеносная атака справа приходит. И передача пошла здесь в центр Дудкину. Ну, тут, конечно, промазать, наверное, можно сказать, было сложнее, чем попасть в ворота. Поэтому вот так вот. И Брянское Динамо обошли, и всех прямых конкурентов позади оставили. Хорошо, здесь может быть сейчас положение вне игры. Вот первый такой акцентированный ответ Родины М. Хороший момент. Хороший, опасный, такой вот прям нормально поатаковала Родина, да. И недоволен Гигалаев, что против него так совсем молодые ребята играют. А здесь хорошая атака, и можно забивать. Газиев, удар только не получился. Все неплохо было. И возможность на быстром мяче, на быстрой атаке поиграть Родине М. Газиев неплохо в центр стреляет. До Елизарова мяч не доходит. Побороться здесь Сайгушев. А вот он, Сайгушев. Дальше передача, падение. И что? Это пенальти, это пенальти. Это да, да, да. Это вот прям оно. Но здесь абсолютно непонятно, как Сайгушеву можно было дать забрать мяч вот в этой ситуации. Туда, вернее, здесь, конечно, было выносить, а не привозить вот это все. И да, ой, ну, Масиян. Егор Сайгушев. И наблюдаем длинный такой разбег. Удар спокойно 1-1. Очень спокойно, как за хлебом в магазин сходил сейчас Егор Сайгушев. Чуфыров, ух ты, в дальний Челси пробить здесь. Кстати, неплохо. Подарок судьбы, просто нестись сейчас нужно, но далеко тут не убежишь. Прострел вдоль ворот, и все, здесь захлебывается вся эта история. Данил Бабин рванул, казалось бы, 19-летний, тоже достаточно молодой футболист. Хорошая серия передач. Васильева на ударную вывели, Швагерев. Еще попытка. И здесь хорошая передача пошла, и Швагерев. Привезли сами себе сейчас момент москвичи молодые. Будто готовились они к этому моменту и к тому, что можно разогнаться сейчас. И хорошо разогнаться. Удар попытались нанести, наносят даже точнее. Одна из последних атак в сегодняшнем матче. Родина М бежит вперед. Можно здесь забивать. Удар на месте. Кипер. Добивание будет, и здесь можно было до гола доводить. Но мяч каким-то чудом не залетает в ворота Динамо. Подача с фланга на дальний мяч летит, и забивают динамовцы. Последний угловой в сегодняшнем матче, и он становится успешным для клуба из Владивостока. Да, зевнули как-то здесь футболисты Родины. Швагерев до мяча не дотянулся. Ну а мы с вами на этом будем завершать сегодня работу нашу. Большое спасибо, что вы были с нами. Коллегам большое спасибо за показ. Меня зовут Шамиль Гаджиев. Хороших вам выходных, друзья. Ну и обязательно смотрите сегодня очень много разного футбола. Спасибо, пока.